в футбольном клубе. Я Василий Лукин. Я соскучился. Здравствуйте. Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю на этот футбол. А вам тут надо, а? Он еще не мяч хотел на Аверту взять. Жильник. Жильник в Пернамбуке. Ну-ка в Пернамбуке. Надо же, надо же, надо ж такому случиться. Вот это точка, вот это. Вот это было история, вот вы дураки. Русик, слышишь? Русик не слышит. Русика здесь нет. Сейчас мы разберемся, куда попали бы Валерия. Это все как бытовая ситуация. Так что вставай, Валерия, не верю. А на этом у меня все. Выйдемте через неделю. Я точно соскучусь. До свидания. Играйте в футбол. Друзья, как